Тренировки на тренажерах, танцы и суставная гимнастика. Это далеко не полный перечень услуг, которые получает подопечный центр здоровья при ассоциации ТОС Ульяновской области, что в Засвияжском районе. Посмотреть, как проходят занятия, приехал глава региона Алексей Русских. Так, ну еще расскажите, чем вы занимаетесь? Сегодня мы разукрашиваем и рисуем самостоятельно панель, снимаем эмоциональное напряжение. Галина Прохорова, как и другие завсегдатаи центра здоровья, ходит сюда как на работу. Как признается пенсионерка, в центре она проводит время в свое удовольствие. Пенсионеры плетут маскировочные сети, занимаются с психологом и тренируются. Отсюда уходим бодрые, сюда спешим. Здесь столько здоровья, столько положительных эмоций. У нас Наталья Николаевна замечательный человек. От нее прямо тепло исходит. Мы здесь чувствуем себя свободными, здоровыми. В общем, все нравится. И суставная гимнастика нравится, и психолог с нами занимается, и танцы. Подобный центр активного долголетия – одна из изюминок нашего региона. Территориальное общественное самоуправление Ульяновской области – одни из немногих, кто входит в реестр поставщиков социальных услуг. Нашу практику развития ТОСов отмечают далеко за пределами региона. По нашему принципу в реестр поставщиков социальных услуг вошел только ТОС Хуторок Краснодарского края. Но у нас действует 46 центров активного долголетия, 49 ТОСов вошли в реестр поставщиков социальных услуг. 2090 человек уже посещают наши центры активного долголетия. Стоит отметить, в этом году на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» Ульяновская область заняла 4-е место в номинации «Лучший субъект по работе с ТОС». Кирилл Савосин, Анатолий Расохин, Управда ТВ.